Итак, сегодня на трассе Томск-Колпашево произошла крупная авария. Недалеко от деревни Чернышовка столкнулись два легковых автомобиля. Иномарки двигались навстречу друг другу. В салонах, кроме водителей, находились пассажиры, в том числе 7-летняя девочка. В результате лобового столкновения один человек погиб, шестеро доставлены в больницу. Иван Клесов побывал на месте ДТП. 7-летняя девочка, которая находилась в этом автомобиле, родилась в рубашке. В аварии она выжила и отделалась испугом и переломом руки. Вместе с другими пострадавшими она доставлена в Шигарскую районную больницу. Авария произошла в 9 часу утра. Лоб в лоб столкнулись легковые иномарки. В «Форде» находилось 3 человека. Все они выжили с различными травмами, доставлены в больницу. В «Тойоте» ехали 4 человека. Выжили 3. Один человек погиб. И 6 человек с различными травмами доставлены в Шигарскую ЦРБ, в том числе один ребенок 7 лет. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. Сейчас на месте будет работать следственно-оперативная группа, будем выяснять обстоятельства происшествия. Погибший мужчина находился в пассажирском сидении. Чтобы его и других пострадавших достать из машины, пришлось привлекать спасателей. Людей в машине зажало, потому сотрудникам МЧС пришлось срезать крышу «Тойоты». Ребенок в машине находился в детском кресле. Во многом благодаря ему жизни девочки сейчас ничего не угрожает. Предварительно известно, что водитель «Форда» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Однако предстоит выяснить, почему это произошло. Шигарская ДРСУ, по словам других водителей, регулярно чистит и посыпает песко-соляной смесью этот участок. ГИБДД в очередной раз просит выбирать скорость движения, исходя из погодных условий. Иван Клесов, Андрей Никифоров, «Вести», Томск.